В связи с участившимся выявлением положительных случаев новой коронавирусной инфекции, учитывая постановление губернатора Краснодарского края 13 марта этого года, в целях предупреждения распространения в здании Анапского городского суда COVID-19, обеспечения безопасных условий труда, сохранности жизни и здоровья судей и работников аппарата суда, а также его посетителей, организован особый режим работы суда. С 19 октября личный прием граждан, а также выдача документов в здании Анапского городского суда не производится. Прием и выдача документов осуществляются через портал «Электронное правосудие», через соответствующий раздел подачи процессуальных документов на сайте суда, либо посредством почтовой связи. В здании суда допускаются только лица, являющиеся участниками судебных процессов при наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания, маски, респираторы. Участники судебных процессов с признаками респираторных заболеваний, а также при отсутствии средств индивидуальной защиты органов дыхания, в здании суда не допускаются. Пропуск в здание суда участников судебных процессов осуществляется не ранее, чем за 30 минут до начала судебного заседания, после бесконтактного контроля температуры тела и обработки рук антисептиком. При нахождении в здании суда участникам судебных процессов необходимо соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра и использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.